Олена Радкогло, голова правління благодійного фонду в нашій студії. Доброго ранку, кажемо так, вам. Доброго ви ранку. Ініціатор, і я думаю, що перше запитання, воно логічне, загальне, як все починалось і яка мета. Розкажіть нам, будь ласка. Ну, началось все, лежало на поверхности. Это действительно очень популярные магазины на Западе, в Америке, в Австралии. А так как мы не один год уже в благотворительности, и мы постоянно ищем, конечно, новые пути взаимодействия, да, с благотворителями, мы решили, что это очень хорошая идея. Вот. И мои подруги сейчас, знаете, очень много популярно такое расхламление. Действительно, люди не знают, куда девать свои старые вещи. Они обращались к нам. Мы долго отнекивались от этой идеи. Потом решили, почему бы и чому? Нет. А чому ви от казали ні з самого початку? Що вас бентежило в цьому? Ну, наверное, я все-таки... Мы боялись... Как это все организовать, до конца не понимали, mm-hmm. как это работает. Mm-hmm. Все-таки мы помогаем больше онкогематологии. И именно чтобы продавать вещи, мы до этого ментально были еще не готовы. А потом решили, нет, это поможет и людям, которые отдают вещи, и которым нужно недорого что-то купить. И у нас будет потенциал еще больше помочь. И вообще это... Ідея дуже гарна. А як все буде відбуватися? Розкажіть нам. От давайте по кроку. Вибачте, в мене вдома є речі. Да? Я до вас їх приношу далі. От як ця схема, система буде працювати? Ви к нам їх приносите. Я вам скажу чесно, определенний отбор буде, тому що... Тобто попередньо... Ага. Да, то есть, чтобы... Вещи были нужны действительно, чтобы мы не погрязли, да, в каких-то... Может, не потребный, может, не таких... Так. Да, допустим, вот всегда проблема с мягкими игрушками. Люди очень действительно много несут мягких игрушек, а они не востребованы в благотворительности, так скажем. Да? То есть будет определенный отбор. Дальше мы их оцениваем. Мы планируем, чтобы цена была очень доступной, ниже, чем... Во всем, не будем называть каких популярных, да, магазинах. И, соответственно, мы хотим, чтобы люди к нам шли и покупали эти вещи. А вот, ну, вот кажется, цена, да, ценова политика, зараз, Танюша, а вы будете эти цены, чи як, чи це хтось, ну, по яким вот критериям? Я думаю, что это будет, ну, не символическая цена, ну, в зависимости, конечно, от вещей, но очень доступная. Мы же и будем этим заниматься, наша команда, так скажем. Отже, перший відбір пройшли, да. Одяг, так, потім... Становили ціну. Що зараз взагалі, коли плануєте відкрити? Я думаю, що якщо ми не будемо збиватися з графіка, то к марту, к 8 марту, не тому, що це 8 марта, ну, приблизно так. Это... Тобто до 8 березня вже плануєте відкрити. Да, як зараз взагалі просуваються роботи? От, ну, дуже активно. От ми якби запустили цю ідею, і к нам дуже активно стали обращатися, іменно інтересуються, які речі. Почему-то дуже багато спрашивают, тільки дітські? Или... Нет, ми приймаємо і дітські, і взрослі речі. Це можуть быть действительно игрушки, это могут быть книги, это могут быть обиход, посуда, то есть это могут разноплановые абсолютно у нас будет ассортимент, да, магазин на самоокупаемости. Мы бы очень хотели, конечно, чтобы у нас была и бесплатная аренда, но это пока в Николаеве невозможно. Люди не готовы давать бесплатно нам помещение. Угу. Можливо, якась треба допомога, до речі, від глядачів. Я думаю, що там... Вещи. Розсортовують. Да. Ну, пока еще нет такой необходимости. Да? Угу. Это будет все на базе все равно такого шоурума, да? Все-таки это будет не склад таких вещей, это все равно будет очень приятная такая хендмейдовская обстановка. Мы бы хотели, чтобы сотрудничать действительно с мастерицами хендмейд, художниками, проводить на базе этого магазина мастер-классы какие-нибудь по творчеству. То есть такая вот, чтобы атмосфера была такая немного даже творческая. Тобто повністю, так, як на Заході, да, практику, да, ми повністю... там дійсно це, да,
популярно, але в Миколаїві це в перший раз. Що не може взагалі? І в Україні перший магазин відкрився в Києві всього лиш 4 роки назад. Тобто, чому-то ету ідею... І 3 роки тому в Харкові. Так. І от ми дуже раді бути первооткривателями в місті. Ну і плюс, звісно, ми ж дуже всі беспокоїмося за будущее нашої планети. І от чуть-чуть такий от... капелька, да, этого магазина, но все-таки это уже немного очистит от захламившейся проблемы нашу землю, да, потому что кто-то отдал то, что ему уже не нужно, а кому-то эта вещь потери, очень да. нужна. Погоджуємося з вами. Ну і я от читала речі, що у вас обов'язково не мають бути чисті речі, ну, так, обов'язковий критерій. Поки да, тому що вот, щоб це була все-таки прачка, щоб ми це стирали, сушили, таких не буде у нас можливості на даний момент, а продавати поки ще вот в той обстановці, яку би ми хотіли побачити, у нас нам би хотілося, щоб це були чисті речі. І от дуже важливий момент. І коли ми, продавець отримає свою зарплату, да, ми заплатимо за оренду, от ця вот вся чиста прибыль, яка залишається, вона йде на благотворительність. Тобто це абсолютно да, такою самоокупаємость і благотворительність. Часть. Мы помогаем, наш фонд помогает в детской онкогематологии в основном. Угу. Если мы расширимся, да, и наш магазин из шоурума вырастет, да, действительно в такую очень крупную, какую-то не очень, но хотя бы, то, конечно, мы с удовольствием охватим и другие категории. Обов'язково розширитись, повірте мені, справа добра, справа гарна. Перший благодійний Charity 100 відкривається в місті Миколаєві вже у березні. Слідкуйте, долучайтеся, підносьте свої речі, допоможете. Я думаю, що треба творити добро, тоді світ стане кращим. Олена Радкого, голова правління благодійного фонду, була в нас в гостях. Дякуємо вам за таку ініціативу. Ми будемо відслідковувати. Запрошуйте нас на відкриття.